У меня э, небольшой вопрос. Прошу поднять руки те, кто был на первой биткоин-конференции в 2014 году. Есть такие в зале? Нет? Я один, что ли? Жуть. Ну старый я стал, да. Скажу вам так, что я очень удивлен выступлением Сбербанка. В 2014 году мы не то что не могли себе придумать, что Сбербанк будет рассказывать вообще, что происходит с криптотехнологиями, какой крутой биткоин и как они экспериментируют с технологией блокчейн. Даже сама идея, что банк будет каким-либо образом касаться биткоин, тогда была диковинка. И всего лишь прошло ничего, и мы уже видим, что крупнейшие банки страны активно экспериментируют с этой технологией.